Всем здравствуйте! Я всех приветствую на своем канале Юлия Иванова. И сегодня хочу пересадить вместе с вами вот эту вот детку. Кто на моем канале уже год, да, моему каналу уже год. Он мог заметить в самом первом видео с орхидеями, я показывала ее. У нее были вот эти вот листочки. Видно там вам? Вот эти вот листочки были, вот этих двух еще не было. Один был маленький совсем. Вот она у меня сидит уже в этом горшочке побольше года немножко. Получается, ну, полтора, наверное, года. Вот за полтора года два листа она выпустила. Корней, конечно, нарастила очень много. Это я точно вижу. Мне не нравится, что она как-то притихла. И нужно ее уже пересаживать. И, наверное, все уже обратили внимание, что сажу я их в банки. Ну, так сложилось. Нет у меня денег на дорогие горшки. И, ну, это примерно то же самое. Чисто эстетически, может, тебе интереснее, конечно. Ну, вот такой, например, горшок, как я называю, банка, смотрится, как продают колбы. Единственное, ну, горлышко. Вот. И, кстати, взяла широким горлом банки. Корни, если даже будут разрастаться, можно вытащить, будет гораздо проще, чем, допустим, вот из такой. Итак, приготовила новую банку. Кора, которую я сама собирала. Кора и уголь здесь у меня. Керамзит. Я не использую мох. Мне не понравилось. Он у меня начинал подгнивать. Сыпала как по классической системе, вроде как садят. На низ мох ложила, сверху закладывала. У меня начинало гнить. Я от него отказалась. Итак, сейчас все это распотрошим. Будем менять домик этой орхидейки. За одним посмотрим, как за год с небольшим все тут изменилось. Мне самой интересно, с какой, как я ее вытащу. Я еще ни разу не вытаскивала из банок вот так вот орхидеи. Да, как-то смотрю, это уже сложновато. Вот еще поэтому я захотела ее пересаживать. Потому что я понимаю, что я потом, возможно, вообще не смогу вытащить. А корни, похоже, поприсосались прямо уже к самим стеночкам. Да, может, немножко займет это вашего времени. Но кому интересно, смотрите. Я не буду вырезать ничего. Не стала поливать специально, думаю, посмотрю, как будет. А надо было, наверное, полить. Керамзит брякает. Уже повытрясалось много. Но пока сидит. Мне надо понять, какими корнями она держится за стенки или не держится. Так. Боюсь обломать корни-то. Неохота. Что-то где-то чуть-чуть треснуло, уже слышу. Наверное, все-таки я сделаю вот так. Так, возможно, лучше она отстанет. Вообще, кора прям нормальная. Ей ничего не сделалось. Так,
Сейчас вот так порасшевелю от стеночек. Ну что ты, вылази давай уже из своего маленького домика. Застряла как краб. Да, вот из пластиковых горшков, конечно, удобнее вытаскивать орхидеи. Ой, пошла, пошла, пошла. Так. Ну вот и все, мы на свободе, ура! Сейчас покажу вам корешки. Беру эту баночку сразу. И покажу вам корни. Корней не было у нее изначально вообще почти, потому что мне ее пришлось от мамки экстренно отделять, потому как она погибала. Ну вот, смотрите. Я считаю, прекрасно. Вот они не политые, светлые корешки все. Ну и даже в эту банку прекрасно все пойдет. Так, начинаем садить. Чтобы уж совсем долго не затягивать. Сейчас будем садить на низкий рамзит. Да, здесь такое широкое горло, очень удобно. Уже вот так мне придется вытряхивать, думаю. Рамзита, наверное, сделаю чуть больше на низ, потому что все равно еще, ну, в принципе, хорошие корни, но даже до низу достану. Так что вот так, думаю, хватит. Так, на низ кидаем угля сразу. Кора у меня хорошая, прям хорошая. Такую покрупней на низ, пускай будет даже побольше угля здесь, ничего страшного в этом нет. Сейчас попробуем, примерим. Ну и вот этот корешок прекрасно прям сюда зайдет. Все, ну, думаю, вот так будет она. Прям растопырилась так хорошо. Кору я заготавливаю сама. Не обрабатываю ее специально никак. Ну и в итоге вы видите, вот я вытаскиваю, смотрите, вот она. Вот из горшка кора. Хорошая, нормальная кора, ей ничего не сделалось. Никаких паразитов, ничего там я сильно не за это время не видела вообще ничего такого. Так что можно не бояться самим кору собирать и делать вот так же. Не знаю, говорила, нет. Есть у меня на видео, как я заготавливаю кору, можете посмотреть. Немножко протрясем. Ну вот, вся кора, которая была, туда ушла. Слишком трамбовать не буду, чтобы оставалось место для роста корней, потому что я уже поняла, слишком, когда трамбуешь, просто некуда развиваться корням, и придется вам чаще пересаживать. Вот это точно. Сейчас еще засыпем. Не буду ничего вырезать, покажу, что это не слишком уж и долго. Потому что есть такое мнение, что возни с ними много.
уход слишком большой и такой трудоемкий. Поэтому не все решаются сажать орхидеи. Говорят, что ой, за ними такой уход. Я вас уверяю, если вы знаете, как делать, то можно смело делать, не бояться, и все получится. Если даже кора осядет, то я потом могу в любой момент подсыпать, сколько мне нужно. Ой. Разболтала немножко. Так, чуть-чуть я ее заглубила. Ничего страшного, вот так можно всегда подтянуть, пока садите. Мелкой коры немного наверху пускай будет. Мелкая кора наверху нужна для большей влагоемкости, чтобы крупная кора, если будет наверху, то будет испаряться быстрее влага. На что зимой, что летом в квартире суховато. Влага нужна. Так. Я, конечно, руки все в земле, в угле. Но я думаю, все это понимают. Ничего страшного в этом нет. Мы все-таки сажаем. Занимаемся. Хотя и не в земле копаемся, но там уголь присутствует. Итак. Вот так получилось. Корни вот видно. Смотрите, вот такая посадка получилась. Сейчас я уберу это все-таки немножко. Я немножко здесь почистила стол. Все-таки неприятно. Ну вот, смотрите, получилось. Воздушные карманчики остались. Все как надо. И не слишком плотно, и не слишком рыхло. То есть все в норму. Я не сажу орхидеи сильно высоко. Я предпочитаю садить вот так. Заливать я их не заливаю. Сейчас мы с вами корни, мы ей, я считаю, никак не повредили. Я приготовила на всякий случай перекись, но даже она не пригодилась. Не буду я выжидать 3 дня просушки. Она у меня не полита. Кора совершенно сухая. Вот так оставлять ее даже опасно. Сейчас я ее просто вот пропрыскаю всю. Всю кору. Внизу пускай скопится даже излишек. Ничего страшного. Будет слишком много, я просто потом солью и все. Задние промоем листочки. Водичку я набрала прям тепленькую. Все-таки на улице зима. Сейчас она немного вот так постоит. Я серединку промокну, чтобы никакой влаги там не было излишней. Вот сейчас мы все-все-все прольем, весь грунт. И сегодня я полью все свои остальные орхидеи, чтобы полив был в одно время. Чтобы мне не пришлось отдельно ее поливать. Все, сейчас вот так прольем. Вот получается этой детке, ну, 1,5 года. От момента, как она зародилась. Еще на своей мамке. Вот ей 1,5 года. Отсоединила я ее, посадила. Ну, теперь будем ждать весны. Посмотрим, как приживется. Потом будем ждать весны. Вдруг она захочет нам детку дать. Ой, эту детку, говорю, господи, все сама детка. Цветонос вдруг захочет дать. Эту я знаю орхидею, как она цветет. Это мультифлора беленькая. Симпатичная, чуть-чуть с розовой серединочкой там. Потому что когда я купила,
Я в первом видео, по-моему, рассказывала про эту орхидею год назад. Когда я купила за 250 рублей вот эту вот уценку в Леруа Мерлен, у нее не было точки роста. Я же в них ничего не понимала, не разбиралась еще. Купила, короче, без точки роста. Домой принесла, потом только это обнаружила. Посмотрела видео, что будет без точки роста. Ну и да, в итоге она выдала цветонос. Или там нет, был цветонос старый. На нем выдала детку и два бутона расцвели. Потом у меня сама эта мамка погибла. Детку пришлось отчикнуть, конечно. Посадить отдельно. Ой, там целая эпопея у меня с ней была. Я ее ведь и в землю садила даже. Какое-то время она была в земле. И вот мне кажется, пока она была в земле, на первом листочке с обеих сторон, как покусы есть такие, наверное, какой-то вредитель кусал ее. Может, трипсы были. Но я, видать, ее вовремя вытащила, обработала, и все нормально получилось. Больше ее никто не трогал. Ну все, наша пересадка закончена. Будем смотреть дальше за ней, наблюдать, как будет она корешки развивать, как вообще приживется. Так что всех прошу, заходите. Наблюдайте в отдельном плейлисте про орхидеи, про детку. Про детку вот это будет видео в плейлисте. Заходите, подписывайтесь, кто еще не с нами. Присоединяйтесь к нашей веселой компании. Кто любит цветы, я иногда готовлю еще. Всех жду и до новых встреч. Надолго прощаться не будем. До свидания.